Ответьте, пожалуйста. Его нет. Никого нет. Ты здесь? Прилетел попрощаться. Да, дружок. Уезжаю я. Давай я тебя покормлю напоследок. Здравствуй. Здравствуй, дурачок. Чуть-чуть. Не бойся. Так вот. Водички. Зернышко. Уйти хочу. Ну, совсем уйти. Не хочет меня Бог к себе забирать. Вот ты там ближе всех к нему. Ну, попросил бы ты за меня, а? К Наде моей хочу. К Тоне. К Василию Ивановичу. Там я нужнее. Буду там крышу латать. Лестницу в руки, гвоздь в зубы. Эх, да. Прихватил бы Василий Иванович. Он электрик. Развесил бы везде фонари. Здесь-то вон, а. Круглые сутки везде. Светло. А там-то поди. Темная ночь. Ай! Не дадут нам с тобой помечтать. Ну, прощай, дружок. Выезжаю я. Ай, кто ж тебя теперь-то покормит? И мои-то голуби. Где теперь? Эх, догадались бы, что ли, полетать на церковный двор. Там старушки богомольные покормят. Нет. Там никого нет, я одна пришла. Дверь была открыта, я и... Вы что, не узнали меня? Узнал. Пожалуйста, предложите мне все-таки войти. Вы уже вошли. Ну, сесть предложите мне. Хозяев нету дома. А я пришла к вам. А зачем ко мне приходить? Я не такой Подождите, человек. Подождите, если можно, закиньте, пожалуйста, электричество, а то я боюсь темноты. Хорошо. Во дворе под кустом сирени на лавке обдумала все, что здесь произошло. Мимо меня прошли ваши дети, меня они не заметили, и мне захотелось вернуться. Объясните мне, пожалуйста, что такое? Почему они так хотят вас поженить? Я не знаю. Ой, да нет, не знаю. Вы сейчас напоминаете героя-любовника из романа Мормонта «Западня любви». Меня поразило ваше выступление за столом. Вы попросили денег, но, к сожалению, у меня их нет. Ничего мне не надо. Пенсия была 2 недели тому назад, но еще через 2 недели у них случились какие-то покупки, вот в результате вот... У меня есть своя пенсия. Мне Леонид сказал, что вы художник.
Я в домоуправлении трудился. А где ваши работы выставлены? Я бы хотела, где можно их посмотреть. В нашем городе. На крыше придется залезать. На крыше? Боже мой! На крыше! Мне приходилось бывать на крышах. Вы знаете, во время войны МПВО, местная противовоздушная оборона. Вы знаете, я так ловко гасила эти зажигалки, что вообще никто не верил, что я балерина. Говорили, что я просто... А что вы сейчас на меня так посмотрели? Мой учитель, Николай Густавович Легат, говорил, что я вторая Корсавина. Боже мой, меня никто давным-давно не приглашал в гости. Я питаюсь через дорогу в молочном буфете. Там прекрасные булочки, вот, очень вкусные. Все хорошие пирожки, все. Единственное неудобство, что приходится есть стоя. Я так соскучилась по простым домашним обедам, просто дома. Вы не волнуйтесь, я сейчас уйду, я не буду вам мешать. Вы мне не мешаете. Пожалуйста, сидите. Может быть, вы есть хотите? Вот и хорошо. Пожалуйста, проходите к столу. Что, прям... что, за стол? Пожалуйста, проходите. Да ну не надо, проходите, я вас умоляю. Проходите, пожалуйста, садитесь. Да нет, да и Бог. Садитесь, а я сейчас. Простите, я даже не знаю вашего имени и отчества. Да я Роза Александровна, господи. Спасибо, Роза Александровна. Скажите, пожалуйста, у вас случайно, ну, где-нибудь, может быть, шампанское есть? Я это напиток моей молодости, потому что я привыкла в молодости вот, всегда. Это, если открыто, вот хорошо. Оно, кажется, открыто. Я вас затрудняю. Ничего, ничего. Вы присаживайтесь. Подождите. Ава. Ну я же хочу. Я хочу с вами выпить. Ну. Боль. Ой, я так рада. Я так рада познакомиться. Я тоже, Николай Михайлович. Николай Михайлович, спасибо. Вы, пожалуйста, угощайтесь. Вы знаете, да, я попробую все. Стол просто королевский. И вообще, знаете, в этой старинной декорации мы напоминаем древнюю аристократическую пару. Я хочу вас назвать графом. Еще немножко выпью. Вот выпили,
стало как-то уютно, так хорошо. Вы курите? Курил когда-то. Ай, закурите, закурите. Чё-то я не... А, вот, Николай Михайлович, вот, 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 вот. А мне? Босяк. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим. Товарищ мой. Пожалуйста, ну, Николай Михайлович, дорогой, ну я ведь болтаю, ну, скажите что-нибудь, ну, пожалуйста, ну, что-нибудь. Об огнях пожарища, о друзьях товарища где-нибудь. Когда-нибудь мы будем говорить, вспомню я пехоту и родную роту. И тебя за то, что дал мне закурить. Михалыч, я когда вас первый раз увидела, вы мне показались таким гордым, недоступным. Вот есть такой тип мужчины, они как бы сначала доводят женщин до изнеможения своей неприступностью, гордостью, а только потом. Вот. А когда я вас увидела второй раз, я испугалась. Мне показалось, что вы больны. Ну, правильно. А что такое, сердце, да? Да нет, сердце хорошее. А у меня отвратительное. И вообще, вы знаете, такая капризная, такая за меня все сестра делала, не самостоятельная, в общем-то. Я вам никак не подхожу. Ой, да ну что вы. Я таких женщин не видел никогда. Негде было. Что вы говорите? Что вы говорите? Боже мой, если бы вы меня видели 40 лет тому назад, как быстро прошла моя жизнь, как незаметно растаяло время. Сейчас хожу по улице, но те же дома. Они меня узнают, или я себя чувствую человеком с другой планеты? А что сейчас за люди ходят по городу, Николай Михайлович, скажите? Не знаю, я здесь из дома почти не выходил. Я раньше боялась, там грозы, грома, шума, холодной воды, темноты. Но людей... Я людей никогда не боялась. Что происходит с нами? Ведь мы практически... Поедают друг друга, Николай Михайлович. Не хотите со мной разговаривать? Вам скучно со мной? Голова закружилась от дыма, от выкатка. А, так что получается, что я еще могу кружить головы мужчинам? А че свечи не горят? У них это для украшения. И вообще жаль, Николай Михайлович. Где у нас спички-то? Спички-то. Может, я сама зажгу? Свеча.
Все, все. Ой, боже мой! И сирень. Невероятно. Невероятно. Какая красота. Вы знаете, давным-давно в детстве мы с сестрой очень любили просто молча, молча сидеть при свечах. А вы где, Николай Михайлович? Ой, господи, я вас потеряла. Вы знаете, моя комната находится в конце длинного коридора. А окно упирается прямо в стену, а там сплошные кирпичи. Но мой стол на кухне стоит у открытого окна. Я могу сидеть там долго-долго и смотреть, как в других домах живут люди. Но соседи терпеть не могут, когда я долго сижу на кухне. У нас есть один сосед, пьяница, водопроводчик. Он изготовил ключ и специально меня закрывает, когда я сижу на кухне. Один раз задвинул дверь шкафом. Но это все ерунда. Самое страшное – это одиночество. И вот от него я в полном смысле схожу с ума. Что я делаю? Я перебираю там старые альбомы, фотографии. Иногда аккомпанирую себя на гитаре, пою, но сосед, вот этот водопроводчик, терпеть не может, когда я пою. Он берет таз, переворачивает и начинает по нему стучать. Я сказала ему один раз: товарищ, вы знаете, кто вы? Вы глушитель. Николай Михайлович, с ним надо поговорить. Пожалуйста, его надо напугать и все, больше ничего, он трусоват. Они мне сейчас билет принесут. Билет? Какой билет? На какой? Поезд. Подождите, а вы что? Вы что, уезжаете? Уезжаю в деревню. Надолго? Надолго. Да, мужчины всегда уезжают. Иногда, правда, возвращаются. Вот вы, например, Николай Михайлович, вот вы, например, вернетесь? Вот скажите мне, вот вы вернетесь или нет, а? Куда вернуться? Сюда? Николай Михайлович, возвращайтесь ко мне в мою комнату. В моем пенале хватит места для второго человека, я прошу вас. Спасибо вам, конечно. Но там у меня дом, сестры. Возьмите меня с собой, к сестре. Я буду ей помогать по хозяйству. Я очень хорошо вышиваю. Очень хорошо. Я могу там организовать студию хореографическую. Там... Кто же будет танцевать? Там живут одни старики. Простите. Я говорю глупости, конечно. Ну, пожалуйста, не плачь. Ну, не надо сейчас смотреть на меня в этот момент. Хорошо, хорошо. Хорошо. Если время останется до поезда, заедем к вашему водопроводчику. Ну, я вам совсем никак не подхожу. Ну, что вы? Разве можно такой женщине в деревне жить? Вы такая... Вот ведь я даже не знаю, как и сказать-то. Вы супруга ищете себе вот такого же. Ну какая мне сейчас разница, какого? Простите, опять я глупость какую-то сказала, извините. Ничего, ничего. Я вас понимаю. Нас забыли.
Ну вот они. Ничего. Конечно, вы живете одна, с мужем намного лучше. Водопроводчик будет стучать по тазу, а муж его по его дурной голове. Только, пожалуйста, плакать не надо. Ну что, если хотите, приезжайте, места хватит. А какой из меня жених? Мне все на кладбище пора. Спасибо, я очень вам признательна. Очень вам благодарна, что вы мне откровенно со мной. Я вам благодарна очень. Нет, вы поймите меня правильно. Одному мне там тоже будет не сладко. Но я-то вам к чему? Вы мне симпатичны. Это они, ваши дети. Они? Я сейчас умру. Не говорите, что я здесь была. Не говорите, ради бога, а то они меня опять прогонят. Как прогонят? Нам от них ничего не надо. Вы же поедете со мной в деревню. Николай Михайлович, господи, дорогой! Вы мне скажете свои любимые блюда, я готовить научусь у моей сестры. Есть книга о вкусной здоровой пищи, я вообще... Пенсия моя в вашем распоряжении, но больше у меня ничего нет. Идите открывать, Николай Михайлович. Ой, подождите, я посмотрю, как я выгляжу, потому что у меня, наверное, все, я наревела, да, я тут все... Подождут. Сейчас, одну секундочку. Все, пожалуйста, открывайте, Николай Михайлович. Боже мой. Вдруг я не понравлюсь, вдруг что-то, как-то я даже не знаю. Заходите! Заходите! Диана Владимировна, а почему вы в дверях стоите и не проходите? В нашем доме всегда рады гостям. Николай Михайлович, а ваших родственников нет? Да нет! Нет, то есть... Ой! Ой! Поздравляю! Боже мой! Как я рада! Поздравляю! Николай Михайлович, у вас будет прелестная спутница жизни. А вы сама, значит, расхотели. А я? Я уступаю. Могу только поздравить. Эй! Я смотрю, что вы просто входите в обход. Тихо! Когда я говорю, меня перебивать нельзя, я мысль забываю. Я прошу раз и навсегда, никогда голос на меня. Родерикс, он же шутится, да-да. Ну, поздравляю, можно поздравить? Ну, уж меня тогда поцелуйте. Нет, что, вас не могу. Что? Жена будет ревновать. Нет, 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 я ревновать не буду, я вполне в себе уверена. Целуйте его, если ему это так надо. Я вообще даже отвернуться могу, вообще могу отвернуться. Ну, хватит, господа, ну честно. Я просто пожму вашу руку. Спасибо. Друзья, Александр, я... съездила домой, позвонила сменщице на работу, в общем, съездила. Вот Николай Михайлович просил денег на билет. Голубушка моя, зачем же вы это беспокоились? Нет, ну что вы, я просто... так-то сказал, чтобы они это поняли, нет, они, что вы, что дурак вы? Я. Старый, ну тогда в голову вступил и сдержать его. Зачем вы? Скажите, вот чем мне вам заплатить? Да ну что вы, ну не волнуйтесь так, да ну что вы. Ну зачем вы? Не-не-не, ну что вы, дайте. Волновайся. А что вы, не надо так волновать. Просто люди должны помогать. Все, возьмите. Нет. Все. Николай Михайлович. Ай, зачем? Николай Михайлович, вы должны жениться. Вот на этой женщине. Молчите, Диана Владимировна!
Не возражайте, вы столько работаете, у вас столько забот. А мне ничего не нужно, только иногда приглашайте меня в гости. Я прошу, женитесь на ней, умоляю вас, женитесь. Она больше заслужила, чем я. Роза Александровна, если вы будете продолжать, я немедленно уйду. Нет, ухожу я. Что? У меня тоже как-то... Роза Александровна, что такое? Сердце есть, как не знаю, что это за ребячество. Это не ребячество, это серьезно. Сейчас. Да не уходите! Вы сейчас это, кому сказали? Обе! Не уходи! Прощайте, прощайте! Я совершенно ничего не знал о закусице! Клянусь вам! Леонид Иванович пригласил меня на чашку чая, иначе я не пришла бы сюда! Я клянусь вам, я ничего не знала! Я совершенно не имела вас в виду! Нет, я клянусь вам, Роза Александровна! Женщины! Женщины! Дорогие мои! Ну, простите вы меня! Вот за эту грубую встречу. Когда я понял, зачем они вас сюда позвали, эх, как мне обидно стало. Я ж не знал. Я ж думал, что вы-то с ними заодно, что вы сговорились. Эх, если бы я знал, я все бы самое лучшее. Все, женщины поехали со мной в деревню. Дом небольшой, но я его подремонтирую, места всем хватит, окна прям на реку, кругом тишина, лес, в лесу грибы, в лесу ягоды, мы картошку посадим. О чем вы говорите, Николай Михайлович? Разве я могу оставить своих, нет? Я должна работать. Леонид Иванович обещал мне помочь, ну иначе я не пришла бы сюда. Я не предполагала, что за это придется выходить замуж. Будем дружить. Роза Александровна, сейчас я пойду. Будем дружить. Сейчас мне нужно... Подождите секундочку. А у вас на вахте телефон есть? Вот и правда. А. Ну хорошо, у меня еще есть немного времени. Только обещайте мне, Роза Александровна, что вы не будете отказываться от Николая Михайловича? Это не я отказываюсь, это он отказывается. Ну что вы такое говорите-то? Ну разве можно от вас отказаться? Ну, я просто, не надо меня уговаривать, я просто лишний раз, еще раз, в энный раз убедилась, что такое мужчина. Роза Александровна, я вас первую в деревню позвал. Да. Честное слово, прям неудобно. Вот сейчас выпусти, как попугай, выпусти. Перестаньте сейчас. Все будем восстать. Роза Александровна. В деревню. Перестаньте. Сядь, налейте мне, как попугай. Налейте всем. Вот это вам. Вот это была она здесь. За ваше счастье. Вот. А я приду на вахту и сразу лягу спать. Что там еще делать? Мои дорогие молодожены, я старая идеалистка и все еще верю в чудеса. Когда я была юной, а это надо вам признаться, было довольно давно, я верила в царство справедливости. Я верила, что простые человеческие потребности в пище и одежде будут удовлетворены, и человек еще на моем веку задумывается о своем высшем предназначении. Не буду вам пересказывать историю моей жизни, у нас у всех одна история. Мы много пережили, потеряли своих близких, были счастливы и несчастливы, страдали, может быть, немножко больше, чем того заслуживали. До войны я осталась без отца, потеряла любимого мужа. Мне было очень тяжело одной, но не это причиняла мне главную боль. Я поняла, что мои идиллические грезы о будущем в отпущенную мне жизнь не сбудутся. Но у меня был сын. Когда я носила его, я ходила на выставки, симфонические концерты, я готовила его к той возвышенной жизни, о которой мечтала сама. Сын вырос, окончил университет, он филолог, его жена тоже филологиня. Счастлив ли мой сын?
Он устал. Он очень постарел. Но у меня есть внуки, маленькая девочка. Поэтому я живу и верю. В последнее время мой сын что-то коллекционирует. Новое его увлечение – путеводители. Ну, может быть, он мало путешествовал, знаете, ну, все-таки двое детей, да? И вот я решила, ну, мне захотелось, чтобы он поехал на море. Мне ужасно жаль его. О, я сегодня купила путеводитель, но подарю его вам. Я очень вас прошу, путешествуйте вдвоем. Читайте друг другу вслух, не оставляйте близких людей. Это я плачу от радости. Простите меня, возьмите. Золотое кольцо. А здесь, дедок, здесь про Муранова. Муранова, здесь есть про Муранова. Послушайте, я обожаю. Про Муранова. Да. Вот это, да. Это Муранова, да. Это музей усадьбы Муранова, связанный с именами наших дайчиков и поэтов, да, Тютчева, Боротынского, конечно, 19 века. В музее хранятся личные вещи, книги, рукописи, фотографии. Очень интересная коллекция фарфоров. Может, мы так и не выпили? Ой, да. Давайте, за вас. За вас. Нет! За нас. Эх, был бы помоложе. Женился бы на двух. Я вот сейчас сижу и чувствую близкие люди. Я уж и забыл, что такое бывает. Когда я посмотрел, как они тут живут, я спрашиваю: дочь, тебе хорошо с ним? Она говорит: хорошо. Я не пойму, чего хорошего он в одном углу, она в другом. Ну, богатство есть, а любви-то нет. И тогда я понял: все, я здесь жить больше не буду. Поеду-ка я к старикам на хутора. Знаете, есть такие хутора, живут 3-4 старика. В земле копошатся, молодежь поразбежалась. Вот такая она, Тонина деревня. Знать моя дочь не знает. Тоню-то я сохранил. Светлая ей память. Эй, а теперь Роза Александровна туда к нам приедет. Да она там! Она кружок. Эй, так что, девочки, не плачьте. Ноги наши ходят, глаза наши смотрят. Сердце как песню поет. Вот, стучит, стучит. Эх, жал Василия Ивановича. Нету. Он бы баян принес бы. Мне кажется, я слышала звонок. Это они. Ваши дети. Они. Чего? Они же хотели свадьбу. Будет им свадьба, а? Где у них музыка, а? Они привыкли, что у них тут швейцар есть. Они своим ключами здесь не открывают. Я вас очень прошу, вы спокойнее, а то полтора. А какой же тут может быть покой? Они надо мной тут судилище устроили. Должен я все им сказать? Николай Николаевич, очень прошу. Не могу. Все, они меня до края. Что сейчас будет? Держаться, дружочек! Держаться! Мы не должны показывать! Я сейчас еле-еле на ногах.
Или играться не будем. Музыка играет, свечи горят. Да-да-да. Мы танцуем. Да-да-да-да-да. Тут еще одна невеста! Чего это у вас здесь? Свадьба! Чья? Как чья? Моя? Присоединяйтесь! Только я предупреждаю, жениться я больше не могу. Я не султан. А вот Нине Ивановне я бы вас бы и не отдала. Я не за этим вернулась. А нам интересно знать, зачем? Да сумку с ключами оставила. Вот сумку? Да-да-да-да-да. Сейчас найду и покажу. Покажите, покажите. Да вот она. Нина Ивановна, не уходите. Розыгрыш. Пожалуйста, Нина Ивановна, вы можете остаться, провести с нами вечер. Да? Да. А хозяева-то где? Мы здесь. Сегодня хозяева. Нина Ивановна, я правда за вас волнуюсь. Вот. Целых три! Да я буду рассказывать, кому и... Не поверит. Не он. Присаживайтесь. Присоединяйтесь. Да, в нашем доме рады гостям. Если это люди просят, надо идти на встречу. Вам тут и без меня весело. Налейте мои соперницы. Все. Я всем налил и ей тоже. Все. Давайте выпьем. Давайте. Нина Ивановна, присаживайтесь. Да. И давайте. Давайте вы. Давайте. Зачем я буду вредить себе? Не буду я. Да вы должны дойти до нашей кондиции. Не буду. А мы выпьем. Ну, давайте выпьем. Да, если так. А мы выпьем. А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранний порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Все! Не боюсь я больше этой смерти, где только я норку помою, вот сюда будут вместе поставить. Ну, что зовите? Эй, все зовите! Ой, вина у нас на всех. Хватит, да хватит. Я ж прилечу кого-нибудь. Не, ну вы-то хоть ешьте. А то эти тебя талию берегут. Чего мы тут? А где эта талия? Она где? Давайте, чтоб все было съедено. Я люблю смотреть, когда женщина ест. Когда женщина ест, на душе спокойно. Вот, Павлович, когда зарплату получишь, ну, купишь там что-нибудь вкусненькое, домой привезешь. А-а-а. Вот жена с дочкой едят, я уже пробовал. Давайте, чтобы все было съедено, выпьем давайте за вас, дорогие вы мои подруги. Не, ну выпейте, давайте дружить. Да мы не ссорились с вами. Вот, вот, хорошо, вот и говорите, да, и не надо молчать. Да, да. А что скажешь-то? Совет да любовь! Она оскорблена. Я разбил ее с части. Я не могу. Она разбила. Она разбила. Да если б я захотела, она разбила. Наливай. А там... Вот эту. Да. Наливай.
Разбила. Разбила, разбила. Да может, у меня 4 мужа было. Разбила она. Так зачем вам тогда 5-й понадобился, непонятно? Роза Александровна, у артисток легкая жизнь. Вы на моем бы месте поработали. С больными-то не то, что со здоровыми. Ты, мы, сестра, и мать, и нянька, все. Эх, сколько горя прошло через мою душу. Когда провожали меня на пенсию, то скульптор, настоящий скульптор, голову мою из снега вылепил. Да-да-да-да-да. Всей палатой ходили заливать. Всю зиму голова моя простояла. Я ходила, подсматривала, нет-нет, кто-нибудь выйдет и подморозит мою голову. Собачка только в конце, правда, немножко подглядывала. А когда совсем уже провожали на пенсию, то главный вызвал меня и говорит: «Нина Ивановна, вот просите все, все, что хотите!» А что я у него попрошу? Койку в психушке, что ли? Так я пока при своем уме. Вот он, значит, откуда мне вас выписал. Меня не выписывали. Да, Чарли, да, Чарли. Что такое? Что случилось? А, загрустил, мой милый, милый мой, загрустил. То, что было, не воротишь. То, что будет, неизвестно. Ой. Пока сил было много, делал, что велели, жил, как учили. Сказали, будем строить новые города, иди в кровельщики. Ну, я пошел. Строил. А теперь думаю, ну время пройдет, крыши мои сгниют. Ай, что же останется-то? Покамест упивайтесь ею, всей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожит сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить. Чтоб обо мне, как верный друг, наполнил хоть единый звук. Ой, боже мой, Пушкин, Была девчонка я беспечная, от счастья глупая. Моя подружка бессердечная мою любовь подстерегла и увела его неверного у всех счастливых на виду. Ах ты, печаль моя безмерная, кому пожалуюсь, кому? На вот тебе! Затянула! Ha 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 ha!
Попритесь на меня, попритесь. Вступило что-то. Давайте. Будьте добры, мне все-таки хочется очень сесть вот в это кресло. Посадите меня, ну, пожалуйста. Конечно. И можно я немножко посплю? Конечно. Буквально 5 минут. Я очень давно не спала. Очень. И, ну, и только вы обязательно меня разбудите. Понимаете? Я только 5 минут и все, больше. Да. Больше совершенно. И никуда не уходите. Я здесь. Буквально 5 минут сейчас и все. Вот и все. Сидите, пожалуйста. И поспите. Спасибо. Вот кого разбудить, а то она упадет со стула. Не надо, не надо. Не надо. Пусть она спит. А вдруг ей снится что-нибудь хорошее. Ай, хорошие женщины. Угу. А я, значит, плохая, да? И вы хорошие. Да? А что же вы ее выбрали, а не меня? А? Нет, я не навязываюсь. Не-не-не-не-не. Но, если по справедливости-то, я же первая пришла. У вас были мужья. Ой, не могу, какие мужья? Ой, Николай Михайлович, да это же больные ко мне сватались. А я соглашался, что с них возьмешь-то. Люди без ума. Бывало, придешь к своему мужу в палату, а он сидит, бедняга, улыбается. Тихий такой был первый. Все лекарство мне помогало разносить, да. А последний все бумажки нарезал. А зачем? Как зачем? Зарплату отдавал. Точно 2 раза в месяц и премиальные, да. Ой-ой-ой, я бы за продуктами, я бы на оптовый рынок ездила, там дешевле. У вас аппетит хороший, а? Я очень вкусно готовлю. Нет, я не навязываюсь. В деревню я бы всех 3 мог взять. А? Эй, жили бы мы там на свежем воздухе. Работали бы, прожили до 100 лет, да? У меня комната большая. Если надо, пропишу вас. А умру первой комнаты, за вами останется. Дорогая вы моя, я к другой жизни привык. Здесь народ должен жить молодой. На работу меня здесь не возьмут в кровельщики. Дома, вон какие высокие. От безделия я здесь с ума сойду. Пришли, все, пришли. Освободили. Танцуем. Мы вам не помешали, а? Это еще что такое? Смотри, я не понял, ты спящая красавица. Ты смотри, бутылку шампанского приговорил. Нина Ивановна. Да я сумку с ключами оставила, вот и вернулась. Вы моих гостей не трогаете. Пусть они спят. Пап, тебе пора собираться, мы взяли билет. Подожди. Николай Михайлович? Вы что, решили остаться, а? Нина Ивановна, вы о чем тут договорились? Что тут было? Слушай, они, по-моему, свадьбу сыграли, а? Пап, да что, решил жениться? Николай Михайлович, что произошло? Пап, на ком? Дорогой мой тесть! Что ты улыбаешься, пап, пьяный, что ли? Нина Ивановна, я вас очень прошу, у нас еще очень много дел, сейчас идите, пожалуйста, домой. Никуда она не пойдет. Папочка, а тебе пора собирать вещи. Погоди, Николай Михайлович, а кто все-таки ваша... Все! Нина Ивановна, ну вы видите, я вас очень прошу, давайте, пожалуйста. Я нормальный человек. Ты, пожалуйста, запомни это. Я нормальный человек. Нормальный? Да. Нормальный, Николай Михайлович? Конечно, нормальный. На 3, значит, на 3. Только знаешь что?
завтра, ладно? Завтра пойдете в ЗАГС. А сегодня уже поздно, Ленин Иванович, да, надо домой добираться. Ноду. Ну отпустите ее с миром, а? Разбуди ее. Давай, я. Только подойди. Стою на месте. Никуда не иду. Вот а, это... Ты же все время хотел собирать чемодан. Дочка, ты успокойся, пожалуйста. Я? Я сейчас соберусь. Папа, я спокойно, папа, а что ты... Ты скажи мне, ты что, решил остаться? Что, за речи такие? Пожалуйста, тебя никто не гонит. Что, за речи такие произносите-то, Николай Михайлович, а? Что, нам тарелку жалко лишнюю на стол поставить? Живите вы тут, ради бога. Пап, я тебя не выгоняю, ты меня слышишь? Я тебя не выгоняю. О! Тебя, Фатимна, проснулась? А, это вы? А что, спала, что ли? Кошмар какой, простите, ради бога. Я с ума сошла, брат. А который час? Боже мой, мне же на работу! Это чуть-чуть стоял! Вот стоял! Стоял! А который час? Московское время 22 часа. О, такси, пожалуйста. А такси можно взять у нас здесь рядом, за углом стоять. Женщина. Ой, благодарю вас. Проводите меня на вокзал. Мы тебя проводим. Сделайте одолжение. Проводите вы, а? А вещи у меня все уже собраны. Только не уходите. Я сейчас. Люся, Люся, не трогай ты. Так, девушки, давай, по домам. Мы его отвезем на вокзал, посадим. Ладно? Можно мне позвонить по телефону? По телефону, если можно. Давайте, звоните. Благодарю. Давайте. Тамара Борисовна, я нахалка, но мне нужно еще задержаться немного. Ой, спасибо, моя дорогая, а потом за вас... Да, а вы ложитесь, я приду вас разбужу. Прошу. Спасибо. Вы идете? Я же сказал, мы его отвезем. Ваш отец? О, я хотела сказать, Николай Михайлович, очень хороший человек. А я вернулась для того, чтобы сказать вам, я больше не нуждаюсь в вашей помощи. Не все можно оценить в вашей лавке. Мы вас не обманывали в детстве. За свое достоинство нужно бороться. Вы слишком легко с ним расстались. Идете? В машине мест не хватит. А мы на трамвае. Как хотели? Роза Александровна, дорогая. Роза Александровна, нам пора, пойдем. Роза Александровна, господи, как она крепко спит. Какое у нее усталое лицо. Роза Александровна, да, поднимайтесь, да, пожалуйста. Да. Дайте ей что-нибудь понюхать. Ну, ничего, да. Роза Александровна, она не проснется. Что вы говорите? Что? Я просила ее разбудить. Разбудите ее, пожалуйста. Роза Александровна. Что за шутки, а? Роза Александровна. Нина Ивановна, что за идиотские шутки? Но она же... Но она же дышит, а? Ой, это вам наш отель нужен? Медики живого от мертвого отличить не могут. Просто перепила шампанского. Зачем вы меня разбудили? Николай Михайлович, уезжай. Я хочу его проводить. Я тоже, да. Я тоже обязательно. Роза Александровна, я вас отвезу. Давайте уже. Спите. Конечно. Поедем все вместе, потом ко мне на вахту, выпьем чаю. А вы знаете, у меня дома есть пачка печенья. Ну ладно, землянища. У моего столько ватрушек домашних. Я... Что? Люся, что? Люся, он... Он не хочет брать деньги. Ну что ж такое? Это что ж такое? Скажите ему, пусть он возьмет деньги. Господи, ну да есть у меня деньги, я ему дам. Ой, ну какие у вас деньги-то? Ну, пожалуйста, возьмите. Здесь 20 тысяч, ну, передайте ему, пожалуйста. Да? И вот эта вот еда в поезд тоже.
Хорошо, Финиш. Еще одну секунду, еще кое-что я хочу. Люся! Подожди, Лёня! Что это за Я готов. Все-таки решили ехать? Чем быстрее, тем лучше. И вы, пожалуйста, поскорее приезжайте. Я комнату приготовлю и буду вас ожидать. Это правда? Только, пожалуйста, побыстрее приезжайте. Ну, присядем на дорогу. Не хочется вас отпускать. Вы не отпускайте. Ну, женщины, амазонки мои дорогие, нас забыли, нас уже не было, а мы, вот они, женщины, а что если все вместе и прямо сейчас? А, Диана. Не строите себе иллюзий, Николай. Роза. Как грустно. Нинова. Я согласна, Николай. Ну, Николай Михайлович! Николай Михайлович! Билет-то возьмите! Нам одного теперь мало, нам надо 4 и все в одном СВ. Верно, красавица? Тетя Тоня, передай. Скажи. Я передам и скажу. Девочка, любимая моя, ты меня прости. После мамы только ты. Только ты. Диана Владимировна, не забудьте! Курский вокзал, номер вагона. Плакать, такая юная, морщины будут. Нина Ивановна, что вы говорили, вам надо купить? Ничего мне не надо, у меня все есть. Все у них теперь есть. Вот они. Идут старик и 3 сопровождающие его нимфы. Смотрите. Идут